Его, кажется, зовут Майкл. Майкл Майерс. Кажется, он ищет что-то. Ходит туда-сюда. Вечно наблюдает за нами. После того, как насмотрелся, заносит свой огромный кухонный нож и нападает. Похоже, ему все равно на физические повреждения. Такое ощущение, что он просто поглощает в себя весь нанесенный ущерб. Будь то выстрел или просто удар. Конечно, после постоит, очухается. И потом снова за свое. Я не знаю, что делать. Он или оно. Не знаю, как охарактеризовать. Мне просто от него не по себе. Всем привет, друзья! Мы, собственно, продолжаем рубрику, которую вы просили давно, это «Маньяк». «Маньяк в Майнкрафте», и сегодня против нас играет не какой-то там Джейсон Вурхис и прочие ваши любимчики. Против нас сегодня играет Майкл Майерс. Собственно, ух, блин, я испугался! Привет! Тихо, тихо. Чёрт. Тут Майкл Майерс ходит. Так, мы встретили уже Вику, и мы говорим только по голосовому чату. Только по голосовому чату, погоди. Нам надо сейчас проверить, что в этих вообще домах. Так, сейчас мы проверим. Окей, давай проверять. Так. Тут пусто. Привет, сладкий. Если вы это читаете, то, скорее всего, я уже мертва. Этот псих, Майкл Майерс, или как его там, он, похоже, знает, что я здесь. В любом случае, я решил выкопать могилу на его кладбище и спрятать от него запасное колесо для машины. Я уже не смогу убежать отсюда, но у вас, может быть, есть шанс удачи. ПС, рядом с могилой было надгробие, я выцарапала там свое имя. Боже, какая жуть. Так, чуваки. Я прочитал только что книгу. Какая-то девушка на могиле, на кладбище каком-то на могиле нацарапала какую-то херню. И, короче, она поможет нам машину собрать. Там, короче, колесо лежит в могиле. Я только что в книжке прочитал. Нам нужно найти кладбище и найти Невра, последнего выжившего. Да, это главное. Ага, поняла. Так, а где же народы? Вот пойдемте. Давайте пойдем. Давайте, пошли. Кстати, смотрите, что тут еще давай, есть. Давай. Это что, прятать? Подвальчик. Это прятать. Можно трубку прятать, класс. Побежали. Стой, я не труп. Здрасте. Эй, выпустите меня! Выпустите меня! Текаем. Невер! 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 Да-да-да. Мы кое-что выяснили. На кладбище, короче, какая-то девушка. Опа, это дробь? Слушай, да. Может, ты мне отдашь дробинку? Ой, ты ее забрал. Я тебе отдал. Я, короче, прочитал, что на кладбище, на надгробии каком-то есть это выцарапанная надпись. И там какая-то девушка, я не помню. И там, короче, колесо от машины лежит. Нам нужно сначала найти машину, я так понимаю. Ну, вообще, да, на самом деле. И вообще... Смотрите, я там Эрин побежал не в ту сторону. Он побежал. Тихо. Я, короче, пробегал, и, ребят, там я увидел красную стрелку, но около дома. Ну, типа. Майерс! Вон он. Где? Тихо. Майкл Майерс, вот он. Черт, а Майкл Майерс, чуваки. Я вам отвечу, он зашел в дом. Вон он! Это реально Майкл Майерс, вы посмотрите. Господи. Это Майкл Майерс! Это Майкл Майерс. Я тебе отвечаю. Так, пошли. Невр, что нам делать? Я думаю, надо вести себя потише и не говорить сейчас. Значит, за Майкл Майерс у нас играет детектив Моррис. Справа у нас видны все иконки, кто сейчас жив. Вообще всех выживших. Кто мертв? Вглядываемся назад, ребята. Аккуратно, он наблюдает из-за деревьев. Я чувствую, прям, блин. Так, это что, это та самая стрелка? Да. Ну и что у нас тут может быть? Ну я внутрь зашел, ничего. О, сундук. О, я нашел палку. Палка, я смогу его бить, думаю, отталкивать. Хорошо. Так, окей. Это уже хорошо. Девочка, ты не сюда шевела? Может быть, наверх попробую забраться сюда? Да не думаю, что там что-то может быть. Кстати, действительно, может что-то там наверху? Я не знаю. Ну-ка, что там? Ну залезь, посмотри. Тот сундук.
Сундук? Ну а чё там, посмотри. Чё? Я пока посмотрю. О, да ладно. Ключи. Автомобильные ключи. Осталось колесо. Осталось... А вообще, покажите машину, нам надо посмотреть на машину, в каком она состоянии. Думаю, мы сейчас не надо нарваться на Майкла Майерса, это будет не круто. Побежали тогда. Чёрт! Чёрт! О, здравствуйте, мои слова! Разбегайтесь! Тихо-тихо-тихо-тихо! Это Майкл Майерс, я вам отвечу. Чёрт! Это реально Майкл Майерс, чуваки. Блин! Чёрт! Ой-ой-ой-ой! Ну ничего, он меня потерял, это самое главное. Надо сейчас посмотреть, исследовать территорию, где находится машина, и найти Эмеральда. И найти Эмеральда. Блин, Майкл Майерс нас щадить не будет. Он даже, блин, разговаривает, это вообще жесть. Что странно. Так, вон машина. Вот Эмеральд. Эмеральд! 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 Что случилось? Эмеральд, привет! Наконец-то! Мы... Нет, это Майкл Майерс, убегай! Убегай! Майкл Майерс! Блять, Майкл Майерс! Ребят, подождите. Бегите, бегите, бегите! Нет! В рассыпную, давайте! Нет! Нет, 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 Майкл Майерс, пошел нахер! Сука! Черт, он со мной! Подожди! Не-не-не-не, отстань! Иди, наблюдай за другими людьми, извращенец! Пошел нахер! Ой, блять! Сука! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Он бежит, бежит! Я вижу! У меня карта открыта! Привет! А, сука, он меня ударил! О, черт, 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 надо убежать, надо убежать, надо убежать! Просто надо убежать! Он будет меня преследовать? Эй, прости! Да сука, меня еще Эмеральд ударил! Твою мать! Маньяк, стой! Эй, найди! Отстань от меня, Эмеральд! Погоди, мне надо убежать! Ой, блин, у меня... Господи, простите за крики! Мне надо восстановить дыхание, мне надо восстановить ХП. Вон Майкл Майерс. Он меня не увидел? Надеюсь, нет. Надеюсь, что не увидел. Господи, это очень напряжно. Я не знаю, что делать. Господи. Это реально стрёмно, чуваки. Я вам не знаю, не передать словами. Стремновато, я вам скажу. Я думаю, не надо стоять на месте. Я думаю, нужно двигаться. С Майклом Майерсом мы еще увидимся. Надо осмотреть машину и ключи. И стать... Эмеральд! Куда ты постановил? Тихо! Что? Куда ты постановил? Бегаешь? Ну что? Смотри, что у меня есть. О, что это? Это ключи от машины. Нам нужно вставить их заранее. О, круто, давай вставляем. Пошли! Прямо в жопу. Нет. У тебя есть? У тебя есть оружие? Да, есть. Мечом ты можешь станить его. Так, аккуратно сейчас идем. Главное... Главное, не попадайся на глаза ему. Он будет на тебя смотреть. Кто это паскуда сейчас нас найдет и убьет. Давай. Так, все, я вставил. Я вставил ключи. Молодец. Так, нам нужно найти раз колесо. Два колеса. Нужно два колеса для машины. Пошли за мной, Эмераль. Найдем остальных. Пошли. Найдем остальных и посмотрим, как у них дела обстоят. Да, конечно, ну, исключение, конечно, дикое. Что-что? Да, говорю, ничего, старый, ничего. Он меня немножко повредил, у меня царапинка. О! Я нашел еще патроны. О! Еще патрон для дробовика. Нужно найти сам дробовик, я точно не знаю, где он находится. Давай найдем ребят и посмотрим. Нам... Черт, Майкл Майерс! Майерс! Сука! Убегай, 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 убегай! Я его заставил! Убегай! Он его ударил! Он его ударил! Ничего. Ничего, так сейчас найдем. Надо найти кладбище. Я не знаю, где кладбище находится, но думаю, о, какие-то палатки. Может, тут что-то есть дельное? Кристина Лоуренс. Невер. Аптечка. Отлично. Ты меня слышишь? А? Дробовик. У меня есть патроны, Невер. Отлично. Это Эмеральд только что ударил Майкла Майерса. Майкл Майерс только что ударил меня. Я вон там, с другой стороны был. Он где-то так, окей, отлично. Раз есть у нас ружье, давай попробую его стрельнуть. Так, окей. Невер, стой. Вы нашли колесо уже? Да. Так, они разбирались по поводу голода, за что голод уходит. Так, спасибо за аптечку. Собственно, я думаю, ее попозже буду использовать. Так, у нас тут что? Блять, он такой страшный. Я согласен. Он просто... Блять, он за мной, я не понял. Он второй раз уже за мной.
Он меня один раз... Не, он меня даже два раза ударил, по-моему. Не, второй раз это меня Эмеральд ударил. А, нет. Видимо, он меня спутал. На мосту и то... Так, а тут что? Так, тут я так понимаю... Ага. А, нет. Тут пусто, тут пусто. Ты меня вообще нормально слышишь, да? Да, нормально. А окей. Ты меня нормально слышишь? Да, отлично. Не... Так. О, патроны! Да, перед... Отлично. У меня уже... У меня, считай, уже 4 патрона. Один заряжен. Погоди, что? Погоди. Мы в доме. О, смотри! Смотри. Иду. Парни! Боже мой, я так рада. О, привет. Так, стойте, вам нужно оружие, Вик, тебе нужно оружие, вот хотя бы палку. Да, желательно. У меня просто дробовик, я так понимаю, он вот, единственный. Мы уже насобирали на дробовик, боже мой. А, у тебя есть патроны на дробовик? Нет. А, окей. Я даже сундука ни одного не нашла. А, ну пофиг, ладно, пошли тогда. Ладно, идемте. Я думаю... Нашла кладбище, ребята. Вот, на кладбище, нам нужно кладбище и найти колесо там. Так, за мной. Давай, пошли. Так, я так понимаю, кладбище около дома, да, такого разваленного? Да. А вы на кладбище что-нибудь находили? Не, на кладбище ничего не находили, но я нашел книгу, в которой написано то, что на кладбище какая-то девушка, так сказать, нацарапала на надгробии, там, короче, колесо лежит от машины. Смотрите внимательно, тут где-то должен быть дом, вот тут паук. Да, я помню, быть, что с прошлого раза. Должно быть много могил. Так, тут мы нашли ключи? Не здесь, или здесь? Тут. Да, здесь нашли, окей. Разгрузка. Да. Так, все еще бежим, значит, вперед. Да, не, чуть правее, чуть... Вон, там вдалеке дом. И что, там кладбище? Да, я помню, тут дом стоял и кладбище за ним огромное. Так, давайте только поближе держаться, а то мы что-то... Вот он. Сейчас. Ну-ка. Так, ну-ка, вот кладбище, ага, вот. Осторожно, не упадите тут в могилу, я упала в могилу. Ну-ка, кладбище, и что? Погодите, ищите надгробие. Виктор Копчик, нет. Боб Робинс, нет. Нейзи, что? Ликос Третий. Блин. О, моя. Невер. Мэгги Парк, нет. Кристина Лоуренс. Кристина Лоуренс, вот, это, кажись, оно. Давайте. Копаем. Блин, прям... О! Погоди, я спущусь. Давай. Я нашел колесо! А, отлично, вылезай. Найс. Так, кто понесет колесо? На, Невер, может ты? Не, нести ты у тебя. Давайте я. Окей. На, вон, только не потеряй. Нет, давай я все-таки. Ты меня не доверяешь? Ну ладно. Стойте. Может, мы сразу и поставим тогда это колесо на машину? Давайте, пошли, сразу поставим колесо. А где машина? Вы нашли машину? Да, я нашел машину, она на парковке стоит. Четырехместная. Чуваки, если вам нравится подобный формат, напишите в комментариях, пожалуйста. По-моему, очень интересно. А вот и парковка, кстати. Окей, одну загадку, считай, мы решили в плане того... Вот, я ключи уже вставил в машину. О, замечательно. Осталось, я думаю, залить топливо и второе колесо. Я думаю, он не будет потом пасти машину. Все, я починил. Хотя хрен пошел, он сейчас из куста за нами. Так, я вставил одно колесо, пошли. Дальше посмотрим. Эмеральд куда-то пропал, я не знаю. Может, он куда-то в угол забился, нас там ждет? Наверное. Давайте его поможем. Ну, у нас дробовик как бы, и Майкл Майерс, ну... Блин, он все-таки стрёмный, но, сука. Надо Эмеральда спасать, погоди, думаю. А Эмеральд не может быть того, что он Эмеральд мёртв? Умер? Это был... Нет, ну справа не показывается, что он черный, значит, он не умер. Так. Тут у нас ничего, да? Ничего. Да. Я вот в этот дом хотел, напротив сходить. Стойте. Обратно. Идите сюда. Ну? Смотри на дверь. Дай на дверь. Ребята, я вас слышу! Эмеральд! Ребята, вы где? А ты где? Ребят, спасите меня! Ты где? В яме какой-то непонятной! В яме? Дом, заходите, я здесь! Ну-ка! Эмеральд, здесь, ты что тут? Вот здесь, давайте сюда! Что чуваки? Тут? Смотрите, опять дверь! Срочно сюда все! Копаем! Копаем. Зачем сюда нам? Ну ладно. В принципе, тут я не думаю, что найдет нас. Там есть одна штучка, и там можно найти плюшки. Тут темно очень, у кого-нибудь есть фонарик? Ни у кого нету, скорее всего. Блин. О! Что тут? Что происходит? Так. Мы сюда сможем вылезти? Почитай. У кого-нибудь есть здесь фонарик? Здесь можно найти сюрприз в одной из этих ям. Так, я начитрил фонарь. Что вы делаете? Правая яма.
Вот, давайте я поставлю, я подержу факел, видно? Твоя задача смотри, вытащить смотри, со дна одной из ям колесо. Вот только в какой оно яме? Ух, блин. Оно в правой, уже спойлерю, потому что я уже нашел тут подсказку. Ну-ка, ну-ка, оп. И что у нас здесь? Правая яма на самом... Правая яма на самой ее... Не, правая яма. Ребята, он здесь. Кто? Майкл Майерс? Где? В смысле? В смысле? Майкл Майерс здесь? Твою мать. Я. А... Тихо! Майкл Майерс. Как вы себя чувствуете? Нормально? Хорошо, хорошо. Иди отсюда нахер. Я нашпигую тебя свинцом, я тебе отвечаю. Эмираль, ты нашел? Давай быстрее. Вытаскивай колесо. Что, ты не нашел колесо? Я его нашел. Есть, есть. Нашел? Отлично. Есть, да. Стой, стой, стой. Ладно, вылезай, вылезай. Полезли, быстрее! Так, блин, сейчас что-то будет. Сейчас точно что-то будет. Что? Где Майк? Что происходит? Что? Твою мать! Сюда идите, ребят, сюда! Куда? Я не знаю. Где? На выход! Где? Не знаю, где он. Бежим, 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 пошел, пока его нету! Блин, погодите! Майкл Майерс. Вон он! Вон он! Вон он! Тихо! Бегите, ставьте колесо пока что! Пока что ставьте колесо! Парковка там! Сейчас, 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 сейчас! Дай я тебе там на колесо! Давай, ладно, давай я поставлю, похер. Вот, сзади, сзади, сзади. Майкл Майерс, убегайте! Спасаемся! Бегай, бегай, бегай! Нет! Сука! Ой-ой-ой! Вместе держимся! Нет, как раз таки, это как раз таки плохая идея вместе держаться! Он пробежал, не заметил Невера! Вика! Я его ударил! Аккуратно! Так, я сейчас его заставлю... Застану врасплох! Майкл Майерс. Где-то здесь. Майкл Майерс, куда же он делся? Так, у меня еще одно колесо, нужно его поставить в машину. Так. Где же Майкл Майерс? Я... Что-то хочется... стрельнуть в него. Разочек хотя бы. У меня, в принципе, дробовик, и, блин, мне нужно защищать этих людей. Типа, такие дела. Так, я сейчас думаю, пойду на парковку. И нужно еще найти топливо. А где топливо, я точно знать не могу. Где? Вон, Эмираль стоит. Сейчас поставлю второе колесо. Блин, надеюсь. Вон, они все ждут. Окей. Я жив. Я не знаю, где Майкл Майерс, но я ставлю последнее колесо. Это хорошо. Но все, нам нужно найти еще топливо для машины. Блин, ну супер, еще и топливо искать. Ну где его искать? Окей, побежали. Пойдемте. Я думаю, надо... На заправку, что ли, ехать? Ну, блин, да, толкать на заправку. Чуваки, вместе держаться, это на самом деле плохая идея, потому что... Ну, типа, если у нас оружие, да, а когда оно сломается, это будет жестко. Знаешь, это как в фильмах по оружию напасть. Не, разделиться в плане, смотрите. Вместе он нас может всех перерезать, а по отдельности он будет когда... Да нифига, мне кажется, пока... Если одного ударят, то другие как бы за него вступятся и треснут. Так, они, во-первых, у тебя еще у нас оружие. Дробовики. Да, который перезаряжается после каждого выстрела. Ну блин, может быть все-таки хоть Ну, один выстрел, все если попаду все-таки, то будет... Как себя придет после выстрела, знаешь ли, мы сможем... Знаешь ли, меня он еще ни разу не коцнул. Меня коцнул, и не раз. А видите, нет? Вообще. Меня он ни разу не тронул. Да потому что ты орешь, блядь, тебя... Я вышел! Ребята! Что? Это я просто закричал. Так, на дне озера тебя ждет сладкий подарок. А я уже все золотал там, все нормально. Это я что-то... Майкл Майерс! Убегайте! На другой берег! Oh, shit! Плывите! Плывем! Плывите! Плыви! Майкл Майерс! Давай, сука, он плывет быстрее!
Черт, я разбил лодку! Ой. Майкл Майерс, уходите в лес, уходите в лес! Он плывет, твою мать! Уходит. Сука, убегайте! Уходите, уходите! Уходим. Тихо! Нет! Убирать! Нет! О, тихо! Убегай, я попал по нему! Убегайте! Быстрее! Очухался. Бежит за Викой. Надо помочь. Сколько у меня? Два патрона еще. Черт. Два патрона? Серьезно? Надо у Невера еще взять. Извини. Я нормально. Пиздец. Ладно, вам не убегайте от меня, ребята. Майкл. Хочешь что покушать такое? Свинца? Нет. Хочешь? Не стоит этого делать, ты потом пожалеешь об этом. О чем? О том, что я уйду с этого места? Нет, а ты останешься здесь, да, конченый кусок дерьма? Убегай, быстрее! Уходим. Уходи. Ха. Невер, отлично сработано, дай патроны. А ты молодец, пошли. Сообразительный, пошли отсюда. Так, Невер, я понятия не имею, где нам искать патроны. Ой, не патроны, а эти, топливо для машины. Я понял, я тоже... Так, давай подумаем логически. Вот смотри, чтобы найти что-то, нужно думать как Майкл Майерс. Он расставляет загадки, понимаешь, то есть? Ну и да. Дает подсказки вам какие-то. Давай тогда походим, поищем подсказки. Давай искать то, что именно выделяется, понимаешь, на фоне вот мы. Вон он на другом... Но... Не, он на... Он плывет, что? Он плывет! Смотри, он плывет через реку. Вернее, через озеро. Он, может быть, нас напереживает. Слышь, пошли в другую уже сторону. Да, пошли в другую сторону. Не надо, он пойдет тогда. Вообще, какого хера он плавает? Он что, Джейсон Вурхис? У тебя, кстати, сломался меч уже, да? Да, сломался. У нас, про что я хочу сказать, что ты говоришь, мы, может, выше. У нас сейчас ни оружия, ни аптечек не будет. Ну, всё, в принципе, сломать. У меня есть аптечка. Я в первую очередь о вас думаю. Типа, я попробую, не знаю, как-нибудь... Вот не хорошо, знаю, что нет. Ты подошел, и мне пришлось сэкономить патрон, что я не выстрелил. Да. Это что за минное поле? Это Невер? Шахматная доска, что ли? Ну, похоже на то. И что нам с ней делать? Смотри, погоди. Помнишь, сколько... Это шахматы, да? Раз. Я понял, это шахматы. Смотри. Ну, точно. Нет, погоди, смотри. Эти стоят ровно. Ну. Погоди, а это что? Смотри, посередине. Это конь. Ну, конь нет. Ходит буквой Г, то есть он съест либо этого, либо этого. Нет, погоди. Либо погоди, этого. Погоди, смотри. Конь идет сюда, может съесть этого. Может да. Съесть этого. Так, может тут. Съесть вот этого может этого съесть. Или этого. И вот этого может съесть. Только одного не хватает. Вот тут ни одного не хватает, да? А, стоп, то есть все возможные варианты. Так, этого может съесть, этого. Этих двух может съесть, но тоже они тут все поставили. Ну, да. Ага, я понял твою и что, то есть прокопать здесь, думаешь? Да я думаю, да. Ну, давай. Ну, да, вариант. Твою мать, не-не-не-не-не-не, это А, тут лестница. Слушай, да, и там свет. Чё, ну, лестница? Давай, я первый, меня дробовик. Иди. Давай. Иди, я пока тут посмотрю. Окей. Ты, если что, кричи там. Ой, Невер. Что? Посмотри, что здесь. Блять, что это за железная твою дорога? Вагонетки. Немного. Вы серьезно? Вагонетки? Ну, давай. Давай. Что? Поедем? Давай. Ну ты первый. А так ну давай тоже ставь. Ой, да твою мать. О, нормально. Стой, а там нет в конце туннеля? Там нет в конце туннеля света. Невер, мне что-то стрёмно. Невер. Мне что-то тоже, как лучше? Я... Невер! Что это? Бенз. Топливо. Канистра с топливом. Бензин? Так, выход сверху.
Что-то мне не хочется выходить сверху, может там ловушка? Погоди. А мы слушаем не под озером, нет? Не знаю. Не может так? Ну, посмотри, не капает, нет? Факела не осталось. Стой. Да, я тоже возьму факел поярче. Давай. Ну давай тогда, если выход сверху, давай прокопаю, не знаю. Ну, блядь, ясен. Надеюсь, кто-то... Что? Там... Песок? Копай его тоже. Ага. Ой-ой-ой, тут... Вода? Вода. Так, что? Майкл Майерс, нет? Так, все, пошли. Пошли, и нам нужно еще ребят собрать. Вот. Что? Серега, я вижу. Пошли. Все, пошли, Невер, быстрее. Так, нам надо еще... Нам надо еще найти ребят, я потому что не знаю, где они. Мы сначала давай зальем бензин. Зальем бензин, да, и тогда уже... Так, давай, пошли зальем бензин. Блин, колеса. Смотри, что с колес? А ты не видишь колес? Нет, я вижу колеса, я вижу, что они вот как раз таки дымят. Ну, дым, я не знаю, какие-то паленые, наверное. Невер! Ой, Эмиральд! Это я. Эмиральд, ты видел Вику? Я нет, к сожалению, не видел, хотя... Мы залили топливо. Тобой. Залили топливо, молодцы. Пошли, нам надо найти Вику, пошли. Так, подождите, может мы ее здесь найдем, может она сама нас найдет? Блять, это, так, по-моему, тупая надо... идея. Если ее убьет сейчас Майкл Майерс, это будет не круто, потому что нам надо выбраться вчетвером. Это вообще не круто. Оружие у тебя осталось или ты сломал? Нет, то я его уже сломал. А, понятно, только у меня дробовик. Я не помню, как его застанил. Вообще, Вику я последний раз видел в лесу. Вот она! Спасай ее! Вот она! Давай! Киркой ему по заднице! Эй! Попал! Майкл Майерс! Привет, дружище! Ты где? Привет! Привет! Что ты тут стал? Чё ты людей пугаешь? Хочу я убить. Ну, мне нравится это делать. Не подходи. Ты помнишь, почему? Что я сделал? Я могу повторить. Нет, ничего. Майкл, ты проиграл. Ты проиграл, Майкл. Мы не станем твоими жертвами. И я точно не буду твоим одержимым. Ты так уверен, да? Да, потому что машины уже собраны. Бензин залит. И ключи найдены. Ах ты сволочь, ты просто время тянешь. Я понял тебя. Стой, сука! Стой! Я выстрелю! Остановись! Блять, я сдам тебя местным копам! Остановись, Майкл Майерс! Сука! Я тебя догоню! Сволочь. Сука, он меня раскусил! Сука, думали убежать? Нет! Залезайте в машину, быстро! Нет. Быстро в машину! Быстро! Я уже... Чёрт, я перезаряжаю! Я снимайте его нафиг! Давай! Вылезайте! Давай! Ну! Я не попал! Попал! Быстрее, долбанный ты канистер! Сейчас, последний раз! Давай! Попал! Уходите! Я за руль! Все, поехали! Поехали! Где он? Отойди! Я тебя задавлю! Куда нам ехать, чуваки? Блять, деревья! Сюда! Я не вижу там выхода! Где выход? Куда ехать? Вот он бежит! Не подходи! Я тебя собью! Вон выход! Я вижу впереди! Все, чуваки! Ускоряемся! Давай! Все, поехали! Отлично! Есть, мы ну что, чуваки, понравилось вам? Охереть. Да, обалдеть, как вам понравилось. Мне лично очень понравилось. О, а конец здоровья. А куда это мы приехали? А кто его знает? А мы приехали в Оскин. О, это было на самом деле очень напряжно, мне понравилось. Давайте Майкла Майерса тоже телепортируем сюда. Майкл Майерс, ну что? Как это принять поражение? Я считаю, что я не проиграл. Просто нас отпустил, да? Мы твои любимые. Ты только за мной
побегал. Просто посмотрите на эту бабу, какой же он страшный. Эмираль, ты себя видел, бля? Я себя видел. А ты себя видел? Ты вообще в маске? Ты в маске, ты понимаешь? В маске. Пиздец. Мне понравилось, на самом деле. Было весело, но... Вы... Блин, я не знаю, было сложно вас найти. А, то есть карта большая. В следующий раз сделаем поменьше, да? Или какой-нибудь помощничка мне. Ну вот, насчет помощничка можно сделать что-то вроде... то есть у выживших какой-нибудь шпион. Вот у меня была идея, короче, ну вот, свистнуть машину, пока вы все там стоите, и типа одному уехать, ну вот. Да, так можно было сделать, но так как мы работали в команде, и я бы тебя ни за что не бросил, Невер, ты меня спас несколько раз, да и я тебя тоже. Да, вот и я. Спасибо вам за спасание, моя жопа от этого. А ты... Последний раз ты вообще почти чуть не сдохла, я тебя даже полечу. Стой, я тебя даже полечу. У меня есть, и так сердечко у меня уже... Так потому что я тебя только что хильнул. И вот что странно, то что Майкл Майерс, ну типа, ну, что-то хуёво убил, никого не убил, считай. Можем это обсуждать до бесконечности, но я считаю, что если вам понравится вообще, то ставьте там лайки, пишите комментарии, что да, понравилось, предлагайте свои идеи все-таки, ну что мы, стараемся же. И вот уже новый маньяк, не Джейсон Вурхис, как раньше. Короче, Майкл, стойте, чуваки, давайте проводим Майкла обратно домой. Майкл, ключи уже в машинке, садись и уезжай домой. Дорогой наш Майкл, мы тебя любим. Мы тебя любим. Не расстраивайся, хорошо, братан? Не расстраивайся. Я обиделся. Майкл! Майкл! Вернись! Какого хуя он по бордюру едет? Уехал в закат. Русские дороги. Выжившие сбежали, понятно? Все, чуваки, всех подняли, обняли, заплакали. Всем пока. Подписывайтесь на канал Вики, да, Эмиральда, Морриса, ну и Невер, он вместе с Моррисом. Короче, вот такие дела. Всем пока. Ага. Всем пока. Ну давай, залезай туда. Ну давай, залезай туда. Ну, залезешь? Ну, я не пролезу туда, давай ты лучше. Пидорас.